Добрый день, добро пожаловать в Молодечное. Вот такое вот красивое исполнение гимна в исполнении очаровательной воспитанницы местной детской школы искусств. Матчи этого уикенда посвящены Дню Великой Победы и символические футболки. В среду для обеих команд кубковые матчи. И закончит любая, наверное, команда без атакующих защитников уже не обходится. Пигас здорово отклеился, подал в штрафную. Ну и вот он момент. Еще раз, повтор эпизода. В целом все геометрически было сыграно красиво. И, конечно же, Селява, Адеола подключается к этой атаке, набирает скорость, находит передачу в центре. Быков, хорошая передача на Пощинского. Удар по воротам. И Александр Свирский. Свирский выручает абсолютно точно в этом эпизоде свою команду. Ну и какая же передача от Артема Быкова. Безупречное не было, не начинает атаку. Еще один момент может получиться. Подача на дальний, удар по воротам. И вот он, первый момент у Ислыча. По сути, это возникает только на концовке 32-й минуты. Кирилл Буманов, ворота Гумеля. Павел Цицко не праздновал, но уже забить успел. И момент еще один. Удар выше ворот. Этого пока далековато. И так Сидько пробивает по воротам, и штанга. Решил так вот стеночку миновать. Красивый эпизод. И еще один отличный шаг Алексей Клюбаков сделал. И если продолжит так нарушать систематические правила, 17 номер Ислыча, я думаю, что и желтую карточку может получить. Удар по воротам. 1-0. Павел Сидько. Этот выстрел. И динамовцы все-таки выходят вперед. А было там положение вне игры у Хвощинского. Но у Сидько, конечно же, никакого офсайда не было. Пропустил мяч Хвощинский. А Сидько дальним ударом. И здесь, смотрите-ка, на этом повторе становится ясно, что есть шансы, что этот мяч все-таки будет записан как автогол голкипера Ислыча, потому как от спины Свирского сейчас мяч в ворота, в общем-то, и отправляется. Игровая карьера его впереди. Кучинский. Подача на дальнюю штангу. Опасно может получиться. Лопоухов снимает мяч фактически с головы Шестюка. Удар по воротам. Мирас Кобеев учился своим ударом. Журавлев, передача в центр. Кобеев снова отклеился, пробил по воротам. Но почему сейчас не коснулся мяча Будько? Подумал, что готов оповестить команду о завершении этого матча, и все. Это свисток, это финальный свисток Алексея Кульбакова, который завершает.